глубокому убеждению, самое высокое жизненное предназначение – это служить ближнему. Служитель – это почетный титул великих. Служить – это значит любить. А любовь – это способность человека делать счастливым. Главное кредо служителя – что имею, то даю. То есть служитель – это обладатель и раздаватель счастья. Если бы вы задали мне вопрос, считаю ли я себя человеком счастливым, пожалуй, бы я ответил «да». Я считаю себя человеком счастливым, потому что в своем служении я нахожу глубочайшее удовлетворение. Когда на твоих глазах восстанавливается разрушенное человеческое достоинство, уходит депрессия, человек расцветает, достигает больших успехов, а потом тебя за это благодарит. Ты понимаешь, что живешь не зря, ты кому-то нужен, и без тебя кому-то скучно. Ну скажите, как после этого не чувствовать себя счастливым человеком? Но не всегда выходит то, что ты желаешь. Бывают дни, когда как будто роковая неизбежность ставит стоп. И при всем желании помочь, ты беспомощен, как мальчик, как ребенок. В такие дни я чувствую себя несчастным. И об одном из таких дней я хотел бы вам рассказать. До того, как стать пастором, я работал на стройке. И вот однажды я наблюдал такую странную картину. Знойный день. Огромная лужа расплавленного битума. Черная зеркальная поверхность. И тут какой-то пролетающий воробей вдруг увидел свое изображение в этой луже. И как мне показалось, это заинтересовало его. Несколько минут он порхал над этим странным местом, любуясь собой. Затем, вероятно, возникло желание прикоснуться к себе, к своему изображению. Прикоснулся, но оторваться уже не смог. И чем больше он метался, тем глубже его тонкие ножки проваливались в мягкий битум. Меня отделяло от него несколько метров. Как выяснилось позже, это была не просто лужа, а битумная яма метра полтора-два глубины. Он жалобно кричал и звал на помощь. А я стоял как вкопанный и ни одной мысли в голове, как спасти. Наверное, это самый трагический момент в жизни, когда чья-то энергия отчаяния и безнадежности встречается с энергией твоего бессилия. Стараясь соображать, ну хотя бы теоретически, я все же пытался моделировать вариант спасения. А что если как-то сверху, с крана, мне все же удалось бы приблизиться и вырвать птаху из плена? Но какая гарантия, что его тонкие, как соломинка, ножки не останутся в битуме, а его трепыхающееся тельце в моих руках? А какая смерть страшнее, неизбежная или во имя спасения, от руки человека или в битуме? Как завороженный, не в состоянии помочь, я наблюдал за бедной птахой. Черная масса буквально поглощала ее. Усталость ослабляла крылья. И вот в очередной раз они опустились, соприкоснувшись с роковой поверхностью. Опустились, но сил оторваться уже не было. А голос и тот подводит, уже не тот звонкий и пронзительный, уставший, хриплый, обреченный. Лишь тонкая шея изо всех сил старалась держать упрямую головку обреченной жертвы на черной, идеально ровной, почти зеркальной поверхностью. И вот оно, твое отражение. Так близко, такое четкое, такое ясное и такое грустное. Хотела прикоснуться,
прикоснись, и все закончится. Борьба, усталость и тоска, все закончится. Прикоснись, как уставший, к подушке. И вот, заглянув в последний раз в свои собственные зовущие глаза, смотрящие как будто из другого мира, из черной бездны, пытаясь раствориться в самой себе, несчастная птаха уронила голову. Затихла суета. Но вот и все. Я видел маленькую смерть. Мне было горько и обидно, почти до слез. Я был свидетель чьей-то боли и трагедии, но, увы, не в состоянии помочь. Беспомощность оскорбительна. И я понял одну вещь, что беспомощность не то же самое, что безответственность. Поэтому я продолжаю служить ближнему. А это значит, я продолжаю делать то, что я могу, то, что мне под силу. А сколько этих обреченных птах сегодня окружают нас в домах соседних, на вокзалах, в аэропортах, в кафе и ресторанах, хотя бы и над пропастью, но удержать кого-нибудь из них. Моя мольба, ну ради Бога, не опоздать, успеть, спасти, вернуть почти утраченное счастье, почти утраченную жизни суть. Я понимаю, ты свою линию гнешь, ты понимаешь, что и я свою гну. По глазам я вижу, ты чего-то ждешь. Я свято верю, что поймал волну. Ты говоришь, твоя судьба. Звездам и снам себя счастливой считаешь, и даже крутой, может быть, ты права, но только факты, мадам. Сказкам не верю, у моря погоды не жду. Ходить не умею по хрупкому, тонкому льду. Волей судьбы жить я остался, под черным крылом я не скончался. Я знаю того, для кого я живу. Все остальное не по существу. Мне ближе Новый Завет и Дух Святой. Моя судьба не в моих, но в Его руках. Когда молюсь Ему, Он накрывает волной. Я не хожу по земле, я парю в небесах. Посмотри мне в глаза, они не будут лгать. Разве это судьба, рыдать по ночам? Бог утешит тебя, ты не будешь страдать. Все, что нужно тебе, это факты, мадам. Сказкам не верю, у моря погоды не жду. Ходить не умею по хрупкому, тонкому льду. Волей судьбы жить я остался, под черным крылом я не скончался. Я знаю того, для кого я живу. Все остальное не по существу.
глазам я вижу, ты чего-то ждешь. Я свято верю, что поймал волну. А эта история произошла на другой строительной площадке, где несчастной птахой оказался мой хороший друг. Невеселая история. Мой друг разводится. Не повезло с женой. Добряк, с широким сердцем, щедрой душой. Он деньги приносил, работал от зари до зари. Он так любил ее, дарил цветы. Она ушла с другим, а он ни сердцем не таким и не с такой душой. Мой друг разводится, не повезло с женой. А он просил ее, не уходи, ну что с тобой? Махнем на теплые моря, расстанемся с бедой. На белой яхте будем по волнам скользить, тебе в постель я буду кофе приносить. В ответ холодный взгляд холодной женщины, почти чужой. Мой друг разводится, не повезло с женой. Но что такое ночь? Для каждого она своя. Кому-то нежная, кому-то люто ненавистная. Вот если бы узнать, ну кто же ее тайна, кроме того, что третий лишний, третий крайний. Хотя зачем? На тумбочке сухие лепестки тюльпана, в душе незаживающая рана, короткие гудки, не в зоне, а может телефон другой. Мой друг разводится, не повезло с женой. А он и сердцем не таким, и не с такой душой. Неведомые чары страсти и любви чужой увел. На чем сыграл и чем пленил? Такой расклад не признает цензуры. Закончился волшебный сон. И вот она, без декораций, жизнь с натуры. В пальто на кресле, уткнувшись в воротник небритой щекой, еще чего-то ждал, окутанный тоской. Промчался выходной, а завтра снова в бой с самим собой. Мой друг разводится, не повезло с женой. Скользила яхта по волнам куда-то в сказочную даль, где начинается рассвет, на гребнях за кормою оставляя позавчерашнюю печаль и пену пережитых лет. А он бродил по берегу, побитою собакой. Себя собрать пытался, нервы на пределе. Оставленный, несостоявшийся вояка под смертной тяжестью морального похмелья. Он не просил, остановись мгновенье. Оставшись, оставайся. Прощаясь, уходи. Он говорил, я вырвусь из мучительного заточения. Все страшное хотелось верить позади. На самом деле невеселая история, какое уж там веселье. Развод — это всегда боль и страдания. Это почти как разрыв живого организма, оставляющий глубокие незаживающие раны. Я не верю, что измена – это путь к настоящей любви. Я не верю, что предательство любимого человека – это прочное основание нового счастья. Я не верю, что развод – это решение проблем. Скорее, это бегство от самого себя. Развод – это не признак силы. Это признак слабости малодушного человека, отказавшегося бороться
за свою любовь и счастье. Этот год для меня особенный. Мне исполняется 50 лет, из которых 25 я в браке. Осенью у нас будет серебряная свадьба. Моя жена Ольга удивительный человек. Я так счастлив, что она не ушла от меня, что она все еще со мной. С женой мне повезло, это уж точно. Как и всем другим, нам доводилось проходить через жуткие бури, через лютые штормы. Но мы сохранили любовь и верность друг другу. Отшили всех, и третьих, и четвертых лишних. Защитили любовь, и теперь мы семья счастливая. Любить и быть любимым – это врожденное право каждого из нас. И мне сегодня хотелось бы сказать, мужья, любите своих жен. Жены, любите своих мужей и выбросите всякие мысли о разводе. А для того, чтобы этих печальных, невеселых историй было меньше, нам всем стоит друг друга любить и все наши ошибки простить. Все, что не успел вчера, сегодня ты можешь успеть. Можешь успеть. Признаться в любви каждому, улыбнуться и песню спеть. Ведь я не знаю, кто тебя дома ждет, любимая, сын или дочь. Просто приди, обними их всех, скажи, какая дивная ночь. Ведь нам всем стоит друг друга беречь, снять грусть, обиду и боль с наших плеч. Нам всем стоит друг друга любить, и все наши ошибки забыть. Пускай наше сердце и пульс в едином ритме звучат. Бывает нам нелегко, но и пусть все заново можно начать. Нам стоит друг другу сказать, что жизнь на земле не пустяк. Нам стоит друг друга обнять, надеяться, верить и ждать. Ведь нам всем стоит друг друга беречь, снять с грусть обиду и боль с наших плеч. Нам всем друг друга любить, и все помогите мне вместе. Нам все стоит друг друга беречь, снять грусть, обиду и боль с наших плеч. Нам все стоит друг друга любить, и все наши ошибки забыть.
Вчера я работал в стиле цунами, сегодня работаю в стиле штиля. Что будет завтра со всеми нами? Мы до сих пор для себя не открыли. Все те же ворота у входа Эдема. Стоит перед нами все та же дилемма. Древо познания, что среди рая. Адам, старина, я тебя понимаю. Я снова и снова свой путь выбираю. Снова и снова свой путь выбираю. Мы дети Адама, мы правнуки Евы. Царский престол и кровь королевы. Это наше наследие, это нам причиталось. Что же случилось и что нам досталось? Что нам досталось? Что нам досталось? Что нам досталось? Человек мечтает о любви, трепетной, большой, глубокой. Без ветра паруса, без моря корабли. Без любви судьба жестока. Крылья для орлов, птицы для небес. Ливень для иссохшей гивы. Мелодия для слов. Влюбленные всегда счастливы. Бог есть любовь, а любовь всегда творит чудеса. Воскреси долину многих костей. Возлюбить своих ближних, но поверь в Творца. Нет важнее этих двух заповедей. Возлюби, возлюби. Но без любви не будет жизни. Возлюби, возлюби. Любовь всегда права. Возлюби, возлюби. Любовь исправит все девизны. Возлюби. Запомни вечные слова. Возлюби его. Ключ от всех небесных дверей. Возлюби людей. От сердца нет других ключей. Эти два ключа, как зеницу ока храни. Любовь всегда продлит все твои счастливые дни. Возлюби, возлюби. Но без любви не будет жизни. Возлюби, возлюби. Любовь всегда права. Любовь всегда продлит все твои счастливые дни.
все вернется назад. Добыча моя не уйдет от меня, я возвращу потерю в Северо-Град. Добыча моя не уйдет от меня, я верю, все вернется назад. Добыча моя не уйдет от меня, я возвращу потерю в Северо-Град. Личность, и этим все сказано. А завершающим аккордом бенефисной программы стал грандиозный салют на площади перед Домом Конгрессов. 50 раз в небо взмывали огненные цветы в честь юбиляра. Я думаю, надо подарить пастору Алексею горячего, чистокровного скакуна, благородных кровей. Одного мало, быстро загонят. Дел много у пастора. Этот подарок от имени бизнесменов, предпринимателей церкви до глубины души поразил гостей. Новые технологии. 253 чистокровных жеребца в одном прекрасном скакуне техасских кровей. Можно поручиться, что просторная каре этой площади за века своей истории не так уж часто становилась свидетелем такого триумфа одного человека. Все гости собрались на заснеженной лестнице, чтобы увидеть церемонию вручения роскошного подарка – серебристого автомобиля «Крайслер». И снова салют. Разноцветный фейерверк расцвечивал черное небо своими огненными узорами. И каждую новую картину – этого калейдоскопа красок гости встречали аплодисментами. Праздник вступал в свою завершающую фазу. Но для пастора Алексея это всего лишь означало приближение нового дня. Того самого, о котором он уже говорил, обращаясь к Богу сквозь толщу злого бытия. «Меня услышат все друзья, теперь Христос живет во мне. Вот настоящий возрожденный я».